гостях встречайте, любуйтесь, наслаждайтесь и заказывайте. Подвеска Медиана, и вы только вглядитесь в этот ажур, в эту крупность и в эту современную работу. И здесь вы видите крупный камень, это нефрит. Нефрит прессованный, я расскажу о технологии создания именно такой формы вставки в драгоценные украшения. Серебро 925 пробы и еще покрыто золотом. Я показываю, насколько крупная у нас подвеска. 4 сантиметра вместе с ушком высота этого кулона. И, конечно, крупность, она просто завораживает. Я специально измеряю линейкой, чтобы вы могли представить. Итак, внимание, серебро, покрытие золотом и яркий блеск. Это именно золотой блеск, золото-красное. Почему мы выбираем именно красную позолоту? Потому что ваша подвеска Медина будет прекрасно смотреться с вашими любимыми украшениями в красном золоте. Идеальное качество, потрясающая форма и незабываемый дизайн. Ну что ж, обещала вам рассказать о том, как создаются украшения из прессованного нефрита. Технология следующая. При добыче нефрита у нас не только крупные попадаются камни, да, попадаются у нас и более мелкие. И чтобы создать вот такой крупности камень и оправить его в позолоту, нужно сделать форму. То есть берут отдельные небольшие фрагменты нефрита, они прессуются в форму, между собой соединяются, и получается гладкая форма кабошон. Посмотрите, здесь стоит проба, и это говорит о том, что драгоценное украшение.